По мнению Алексея Русских, именно сейчас важно качественно и в срок привести в порядок все объекты топливно-энергетического комплекса, чтобы жилые дома, школы, больницы, детсады и другие социальные учреждения могли пройти весь отопительный сезон с теплом, горячей водой и без аварий. Также глава региона попросила особое внимание уделить подготовке к зиме жилого фонда. От жителей региона уже поступают нарекания в адрес управляющих компаний, которые ненадлежащим образом готовят многоквартирные дома к зиме. Все изложенные в обращениях факты глава региона поручил проверить. Задача жилищного надзора не просто подтвердить факты, изложенные в обращении жителей, а добиться от управляющих компаний исправления этих нарушений. Перед нами много вопросов и вызовов. На каждый из них мы должны достойно ответить. Призываю всех к ответственному подходу. Перед совещанием Алексей Русских ознакомился с работой котлотурбинного цеха и щита управления Ульяновской ТЭЦ-1. Напомним, ТЭЦ-1 питает теплом более 50% населения Ульяновска, а это порядка 1500 жилых домов Засвияжского, а также части Железнодорожного и Ленинского районов. Сейчас предприятие находится в активной стадии подготовки к отопительному сезону. В текущем году здесь запланирована реализация большой инвестиционной программы. Мы на подготовку к предстоящему отопительному сезону в этом году направляем порядка 1,8 миллиарда рублей. Это инвестиционная программа, там же и ремонтная программа, которая направлена на поддержание, прежде всего, основного оборудования электростанции и подготовку его к несению максимальных нагрузок уже в отопительном сезоне. И очень большая программа ремонтная в тепловых сетях. Ремонт повысит надежность работы станции и качество теплоснабжения для жителей. При этом цены на тарифы останутся прежними. Сейчас подготовка к зиме проходит в штатном режиме. Активнее всего работа идет в Николаевском, Терентгульском и Меликесском районах. В 9 муниципалитетах во время гидравлических испытаний выявлено 463 порыва. Из них 332 устранено. Больший процент выполненных работ отмечается по ремонту вспомогательного оборудования котельных, трансформаторных подстанций, систем водоснабжения и водозаборов. Успешно работы проводятся. Мы определили, что путем гидравлических испытаний надежность наших сетей лучше, чем была в прошлом году. И сегодня остается там порядка 130 порывов на территории региона, которые в плановом порядке устраняются при проведении ремонтных работ. По информации Министерства энергетики, ЖКХ и городской среды региона, инвестиции в тепловую инфраструктуру Ульяновска в 2021 году составят 1,3 миллиарда рублей. В целом, в рамках подготовки к отопительному сезону плановый объем работ выполнен на 51%. Выполненные работы обеспечат надежность теплоснабжения жителей города. Алина Тихонова, Герман Баранов, Улправда ТВ.